На лыжной базе состоялось третье первенство по легкоатлетическому кроссу среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы трех направлений – легкая атлетика, лыжные гонки и коррегирующая гимнастика. Поскольку первенство было открытым, в нем приняли участие и легкоатлеты из Приволжска и Иваново. Осенний кросс – это ежегодные соревнования, которые проходят на беговой дорожке спортивной школы. Хорошие результаты здесь показывают не только легкоатлеты, но и воспитанники других направлений, которые на тренировках также много бегают. Так как дети у нас разделены по возрастам, то есть и спортивное направление легкая атлетика, ребята, есть ребята, которые занимаются первый год и второй год. Также и в лыжных гонках, так как у них круглогодичное обучение. Если у них нет лыжной подготовки, значит, они занимаются кроссовым бегом. Соответственно, это вовсе не значит, что легкоатлеты обязательно победят. Ну и коррегирующая гимнастика. Они занимаются круглогодично в здании ФОКа, ребята, с нашими тренерами. И, в принципе, есть очень сильные, талантливые дети, которые не посещают спортивных направлений целенаправленно, но выигрывают, ну, в призах обязательно бывают. Сегодня закрываем этими соревнованиями наш легкоатлетический уличный сезон. Закрываем. То есть легкоатлеты будут ездить в Иваново в Манеже выступать, а у нас уже начнется подготовка лыжников. Спортивный азарт и бескомпромиссное желание выиграть всегда характеризуют детские соревнования. А уж тем более, если речь идет о соревнованиях по бегу, где присутствует прямое соперничество друг с другом. Хорошая погода без дождя, заряженность участников на борьбу подарили всем присутствующим настоящий праздник спорта. Волнение перед началом забегов отступало после слов судьи на старт «Внимание, марш!». А дальше лишь правильно разложить силы по дистанции и победно финишировать. В зависимости от возраста юные спортсмены преодолевали разные беговые дистанции и старались показать максимально быстрое время. Девочки соревновались на дистанциях 500 и 1000 метров, мальчики – на 1000. Участники кросса старались приложить все усилия, чтобы прибежать первыми. Сразу два воспитанника секции «Легкая атлетика», руководит которой Ирина Малкова, пересекли финишную черту в числе первых. Это Захар и Максим Малковы, сын и племянник тренера, которые уже не первый год занимаются бегом и показывают хорошие результаты. Я хожу уже 2 года и 1 месяц в легкую атлетику. Хожу я в легкую атлетику тем, что хочу занимать первые места. Самое любимое первое место – это в земляничном. Потому что там были и склоны, и спуски, и было намного легче бежать. Сегодня мне очень тоже понравилось. Я первое место занял, и здесь бежать было хорошо тоже. Я занимаюсь в легкой атлетике уже 3-й год. Занял сегодня 3-е место. Бежать было очень хорошо. По асфальту очень хорошо бежать. Ноги не застряют, как, например, в грязи. В земляничном тоже занимал 3-е место. Легкую атлетику я выбрал тоже. Там надо бегать, соревноваться. Мне это понравилось, я выбрал. Тренером стала моя мама. Мероприятие зарядило всех ребят хорошим настроением, энергией и бодростью, а победители получили почетные грамоты и медали. Особые слова благодарности были сказаны родителям, которые находились рядом, поддерживали и радовались за каждого, независимо от того, каким он пришел, первым или последним.